Всем привет, друзья! Мы на прогулке. Был дождь такой достаточно сильный ночью. Посмотрите, как сильно промочило землю. Все мокро. Это очень хорошо. Хорошо, когда ночью дождь, а утром просыпаешься и уже солнышко, да, Лиза? Вот ребята гуляют. Я вынесла им песенки. Сейчас включу на планшете, положу. Здесь в тенечек обычно ложу, чтобы не припекало его. Так. Так, сейчас. Такие у меня детские песенки. И вот разные, да, тут. Разные. Погромче сделаю. Все, ребятишки здесь играют. Лиза, убери, пожалуйста, две машинки, а. Вчера полила песочек здесь, чтобы сырой был, иначе ребятам тяжело играть. Подождем. Этот планшет был. Нет, я все забрала. Как его под дождем оставишь? Открыла, сходила парничок с огурцами. Так бушуют огурчики у нас, смотрите. Вот видите, какие они уже большие. Хорошие. Мы сейчас пореже их поливаем, потому что там влажно, хорошо. Так. Саша тут хочет сам посадить редиску. Попросил меня не лезть. Вот смотрите, как он аккуратненько сделал. У него тут свой способ. Не так, как я делаю. Мне иногда кажется, что он вообще бы обошелся без женщины, но, честное слово, все умеет делать. Все у него лучше получается как-то, чем у меня. Я бы, наверное, руками бороздки сделала или взяла эту тяпку. И тяпками бы сделала, как я и делала, да? Ну и как-то у меня не так это небрежно все получается. У него все так ровненько всегда, аккуратно. В общем, он хочет сам посадить, чтобы я сейчас здесь сильно не лазила. Надо будет опять пропалывать грядки. Вот несколько дней идут дождики. Ну, а тут пропололо все нормально, да? Здесь вот нужно... Ну, ребятишки, конечно, будут помогать все это делать. А вот свекла тоже заросла. Уже так быстро все зарастает. Вот морковки вообще нет. Вообще нет морковки с этой грядки. Сколько сейчас прополим, посмотрим, сколько там есть. Будем рассаживать. Такие плохие семена нынче получились у нас. Ну, что делать? Вот здесь вот 5 штук сидит, надо рассадить. Ничего не поделать. Каждый год что-нибудь да не растет. Так, Саша подгреб еще картошечку. Ну, всю прошелся, всю ее прогрев. Так что она теперь у нас без травки стоит. Подрыхлила она ее хорошо. Хочет еще возить землю. Говорит, еще земли надо возить, да засыпать эти редки, чтобы уже под осень все спахать. Побольше будет как бы удобрений, да? Чтобы на следующий год здесь было получше. И камни вот они с ребятишками вывозят. Вот дождь прошел, опять камни повылазили. Так что вот так. Травили мы тут мураши. Уже я, правда, не вижу где. Но мураши все равно, ребята, по огороду ходят. Ну, вот как-то не помогло это средство. Не знаю, может их, конечно, поменьше стало. Тут сейчас дождики были, я не обращала внимания. Но нет, да я смотрю, что они ползают. Хотя я всю территорию так прошлась, кругом все просыпала. А они все равно ползают. Ну вот, надо другие способы применять. Искать какой-то способ. А вот спасибо, посоветовали срезать ботву, чтобы лучше, да, прижилось. Обязательно срежем. Сегодня, может, сейчас все сыро здесь еще. Чтобы лук прижился получше, то он так... Прямо ему здесь тяжело сидит. Ну вот. Вот так вот пока что ребята убежали у нас в бассейн на тренировочку. Все, их часа три не будет. Саша на работе, сегодня вторник. Он у нас в понедельник, вторник, среда в магазине работает. Ванечка, ты что, лужу делаешь? Ванюша, сейчас Санька-то туда быстренько залезет. Не надо. Ваня, Слав, смотри, чтобы он больше не набирал, ладно? Да не набирай его. Ну. Так, ребята, нам пришли книжечки. Вот такие хотела вам показать. Издательство «Миф» прислало нам на обзорчик, чтобы мы вам немножко показали наш отзыв об этих книгах, да? То есть я попросила, чтобы только книжки детские были, потому что нам, Саша, сильно некогда вот это все читать. Ребятишки все уже просмотрели. Вот эти мелкие мы уже прочитали. Большие еще не успели прочитать. Но ребятишки прочитают сейчас как раз на каникулах. Сейчас немножко покажу. Они вот такие красочные.
хорошие. Сейчас покажу, какие красочные. Так, 2018 год, совершенно свежие. То есть это у нас что получается? Фиксики электричество. Ванюшка их очень любит, да и другие мальчишки тоже уже подключились к ним. Очень красочно все. Интересные рассказики, небольшие такие. Все понятным языком написано. Вот тут все про электричество. Ванюшке вообще это все интересно, конечно. Папа еще и электрик. Тут вот видите, батарейки, все. Интересно. Ой, сколько батареек. Ну, вот такие вот про электричество книжка была. Дальше книжка была игрушки. Фиксики игрушки. Тут рассказывается все про игрушек, про игрушки. Да, музыкальная там шкатулочка. Как они ее разбирали, заводили. Про робота. Ванюше больше всего про робота, конечно. Понравилось, мы с ним читали. Так, дальше. Книжка такая была. Общение. Вот. Общение мы с ним еще не прочитали. Прочитаем, надеюсь. Все очень такие, видите, картинка, как прям, как будто смотрите сам мультфильм. Интересные, толстые такие все листочки. Такие прям глянцевые, хорошие. Вот, это вот чисто для Ванюшки. С Сашей можно вместе, но Сашунька-то еще порвет их. А вот такие книжки я попросила, чтобы они прислали нам на более старших детей уже, да? То есть тоже, видите, какая она. Плотненько, хорошее, великие путешествия. И тут все рассказано про великих путешественников. У нас даже Саша прочитал ее, сидел. Коротко, все понятно, ясным языком рассказано. Тоже красочные, толстые листочки. Можно приобрести такую книгу в подарок, например, своему ребенку. Или даже для знакомых. Вот такая вот хорошая. Так, и вот это для мальчишек, для старших, автомобили и транспорт. Тоже Саша ее у меня прочитал, ему даже было это очень интересно. Так, и правила дорожного движения, и про гонки. Как устроена машина, видите? Вот Славик, это вообще просто без ума вот такие вот вещи разглядывать. Он очень любит машины, вы знаете, да, особенно старинные разные, вот такие всякие. Он их с удовольствием разглядывает, изучает, их все время интересуется, что-то как там сделано. И то есть ему, конечно, это вообще было очень интересно. Вот. Паровозы, как паровоз устроен даже, рассказано. Ну и все-все в таком духе, от начала и до конца. Так, а мне и девочкам понравилась больше всего вот эта книга. «Музей живых насекомых». Это вообще, ребята, она была вся запечатана, такая прям в пакетике красивом. Вообще суперская такая вот была. Нам больше всего она понравилась. Она самая большая. Тоже очень красочная, толстые, хорошие листочки, плотные. «Добро пожаловать в мой музей». Чем она нам понравилась? Тут очень много всяких насекомых. А еще здесь их можно рисовать, тут показано, как их можно нарисовать. У нас уже перерисовывала Лиза, Надя и Миша, они у нас любят рисовать, поэтому перерисовывали. Мы таких здесь насекомых нашли, которые вообще в жизни не видели. Вот, очень такая тоже. Любые-любые насекомые. Мрачный монстр, вот кто знал, да, таких насекомых? Никто не знал. Трубочка-пружинка, вот какая она интересная. Хоть ее будешь знать, в лицо, как говорится, видеть, да? Музыканты. О, какой тенор. Виолончелист. Игрок на маракасах. Скрипун. Ну, видать, они издают такие звуки, поэтому так, от того и название. Вот великаны. Ох, вот такой великан нас докучает в последнее время. Чего-то их очень много. Длинноусый гигант. А мы его усачом все называем. Он меня даже укусил в горячих ключах. У мамы были. Как цапнул меня за плечо. Вот реально, ребята, я не думала, что он не кусается. У него такие клешни, он так меня ущипнул, я его сбросила. В детстве нам все время говорили, что это стригач или что-то такое, что он волосы стригет. Вот реально. Так, вот такие всякие. Интересно, посмотрите, как вот рисовать прям ребенку можно, да? Вот, летающий рогач, посмотрите.
И ребенок уже может либо перевести, приложить сюда бумажечку, да, с переводкой, либо сам, глядя, может перерисовать. Даже вот так вот, посмотрите, отдельно какие-то детали. Все об этих жучках, насекомых здесь рассказано. Вот воины, допустим. Ракета на ножках. Окрыленные. Ну, интересненько. Все очень коротко и понятно. Видите, какие небольшие совсем здесь описания об насекомом. И ребенку не надо там, как в энциклопедии, читать целую кучу. Он легко тут может разобраться, где что. Потому что все же не запомнишь. Мы-то тут даже не всех знаем. Угу, летучая мышь. Насекомые, красавцы. Мотыльки вот такие вот мне нравятся. Они такие пушистенькие, хорошие. Тоже можно вот так нарисовать. Если кто увлекается рисованием. Есть даже ядовитые. Здесь тоже описано про них. Съедобные. Жареный орешек. Ну, обалдеть. Фу, какая гадость. Так. Вот такие. О, смотрите, прям как из фильма, да? Мне прям сразу вспомнились эти трансформеры. Во. Смотрите, вот кто любит рисовать всякие гадости. Всяких таких ужасных насекомых. Так, ой, это вот вообще, это ужас для Лизы. Она их терпеть не может, пауков. Любого паука дома у нас, если увидит, все. Так боится их. Путешественники. Ну, бабочки, конечно, красавицы, мотыльки. Так, подражатели есть. Летучий скорпион. Вот. Общественники. Это гусеницы какие-то. Наверное. Королева цветов. Угу. Такие вот всякие. И обязательно, видите, как бы вот можно нарисовать. Вот либо отдельные детали, либо целиком насекомое здесь изображено, как бы наброски. Вот что мне и понравилось, что такие наброски есть. Это вообще, конечно, уникально. Вот так научиться даже рисовать. Легко и просто можно. Вот, даже какие-то отдельные лапки, видите? Все, указатель тут есть. Все очень классненько. Вот такие, в общем, ребята, книжечки. Ссылку обязательно оставлю в описании на них. Может быть, кто-то из вас закажет тоже своим ребятишкам. Смотрите, как все классненько. Мы вообще так обрадовались, когда они пришли. Давно ребятишкам не брали книжки, как-то, ну, школьной литературы хватает, да, и таких еще старых много. Но для них новые книжки, это, конечно, была вообще радость. Так что, ребята, переходите по ссылке, заказывайте обязательно. Сейчас вот хожу в халатиках всяких вот таких вот стареньких, которые еще у меня были. Они у меня были, получается, от Ванюши. Я их покупала, вот в этом рожать ездила с Ванюшкой. В роддом покупал, он уже старенький, но мне в нем сейчас удобно, на улице душно. То есть вот так вот надо, конечно, ехать, надо купить сандали, потому что в шлепках ходить тоже не дело, да, по городу там где-то или в кроссовках. Вот, в Глорию джинсы еще хочу зайти, может, какие-то платья там можно будет найти, такие какие-нибудь разлетаечки. У меня есть два сарафана, но они какие-то очень длинные, не очень хочется их одевать сейчас. Посмотрим, конечно, может быть, их буду одевать. Но не хотелось бы. Вот, сейчас буду убираться дома. А везде, конечно, нужно прибраться. Поставила уже посудомойку. Моет она у меня здесь, да? И поставила кашку гречневую. У нас еще со вчерашнего дня оставались котлетки, остался рис. Мы сейчас все поели, позавтракали. Ребята очень любят гречку, поэтому я им быстро поставила на всякий случай. Они перекусят, а потом, конечно, будем обедом заниматься. Так, Саша мне вчера привез вот такую парму. Хочу отмыть сегодня печку, если получится, мою очень грязную. Как-то брала это средство, но не знаю, не очень, конечно, оно недорогое, 65 рублей. Не очень оно мне помогло. Напишите, кто знает, чем можно отмыть духовые шкафы, ребята, если у кого-то есть опыт, потому что мы уже столько всего перепробовали, вот бесполезно. Я много готовлю, она у нас так сильно пачкается всякой копоти. Ну вот, вот это сегодня сделаю, если будет время. Там пена, по-моему, какая-то. И все.
пока вот так вот. Больше пока я способа не знаю никакого. Здесь-то как бы отмывается все легко, да? А нет таких сложностей, чтобы там, допустим, не отмылось. А вот противни тяжело отмывать, хотя я иногда застилаю бумагой. Иногда не застилаю, тоже не всегда удобно бумагами. Вот, а вот такие вот места, не, как бы, вот видите, вот такие вот не отмываются никак. Только протираешь и все. Так что сейчас пока буду убираться по дому. Нужно кроватки все заправить, все сейчас проветрю. А, загрузился вам ролик. Ребята, иногда бывают проблемы с интернетом. Я понимаю, что вы ждете. Извиняюсь. Ждете ролика, да, но иногда у нас я на ночь ставлю. Подхожу утром, а там 27%. Это значит, что интернет ночью отключался. Ролик, естественно, не загрузился, и я его ставлю по новой. Это еще 2 часа. И вообще все это очень долго происходит. Так что если ролики не вышли вовремя, это потому что либо интернет у нас плохо работает, или еще что-то. Что такое? Так, резинка сослалась, бегали в магазинчик. Быстренько, у нас жара. Или мы мороженое. Вернее, ребята. Хватило денег? Да, чтобы ждать чисто. Это будет разное. Она взяла 140. Хорошо, такое у нас мороженое мы любим кушать. Чистый размах. Давайте выбирайте, какое вам надо. И я еще уберу на Дедине Миши в морозилку. Быстренько, давай, сумочку. А, упала. Так, я пока монтирую, сижу, вон влог, Сашунечка спит. А, ребятишки еще не пришли. Ну, давайте. Охладитесь немножко, да? Ванюша выбрал уже себе? Ну все, давайте. Кто-то я кошка. Что там? Кто-то я кошка. У тебя ванильное. Смотрите, вот это ванильное, это шоколадное. Это с крошкой шоколадной. Я вообще люблю шоколадное и такое. Вообще люблю фисташковое. Мама вообще обожает его просто. Ну, давай. Выбрал? Я шоколадное выбрала. Так, все, значит, это в морозилку. Встала. Все. Сашунька спит. Нет. Ну, давай быстрее какой-нибудь. Сашунька спит, потом мама ему это разморозит. Все, уберу. Сейчас открою. Морозилочку, подожди, уберу. Лиза, открой, пожалуйста, ему тоже, а? Хорошо? Давай это пока мама уберет. Вкуснятина? А? Да. Да? Сейчас Ваня покушает и тоже спать ляжет, да? Он уже принес подушку, одеялко свое, сейчас ляжет. И Саша оставить. Нет, Саша есть свое, не надо Саше здесь оставлять. Саша есть. А вы в ограду идите, ладно, чтобы сейчас тихо было.